депутаттар менен карама-каршы айтышып, парламенттин абройуна шек келтирип жатат. Иштин алдында кечирим сураганына карабастыктан дагы деле бүгүнкү күндө шек. Рахмат. Урматтуу төрага. Мынакей өзүңүзгө маалым болгондой, биринчи күнү социалдык саясат боюнча комитеттин жыйыны аягына чыккан жок. Соцкомитеттин жыйынында мамлекеттик жол пул маселеси каралып жатса, бул маселе мага тиешелүү эмес деп демонстративно чыгып кеткени бул ошо комитеттин ишин. Мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактанбастан депутаттар менен карама-каршы айтышып, парламенттин абройуна шек келтирип жатат. Ар дайым ушу эки бийликтин ортосунда ызычуу салып келгени бул кишинин мындай эң негизги максатындай көрүнөт да. Чего вы ко мне претензии? Иди, Джолдубаевич, можно, пожалуйста, вам еще, Венера Калбековна, слово же еще не давали. Наверное, не на базаре сидим, давайте не будем сейчас. Вы же не только что доказывать, задали. Кто что, деп. Иди, Джолдубаевич, я вопрос еще вам не задавала. Выключите. Я просто подтверждаю то, что я говорила. Я говорю, на руки получит от 5 до 9 тысяч сом. И все. Мы с депутатом Айбековым Маткеримовым 15 минут говорили про зарплаты врачей. Все это записано на видео. Ответы на вопросы Исатбек ТЗ тоже дали. Я скажу так, ветви власти должны работать дружно. Нужно взаимное уважение. Нет этики в такой позиции, как «я депутат, а ты молчи».